Три, два, один, поехали. Звучит сигнал. Это значит, что пора бежать на следующую станцию. Не совсем обычные задания сдают вологодские студенты в парке ветеранов. Справиться с морозным зачетом собралось 16 команд вузов и СУЗов. Порядка 100 учащихся активно, весело и ярко провели субботнее утро. Морозный зачет – это игра с перемещением по 10 станциям. Каждая посвящена специфике учебного заведения. Кроссворды на знание Конституции РФ, рисование на мольберте, игра в крестики-нолики, гонки на роботах-машинках. Ребята смогли проверить себя в основах строительства, станцевать ламбаду и сразиться в вологодский квиддич. Настолько ответственно подошли ребята к прохождению трассы, что даже не успевали сказать о своих впечатлениях на камеру. Услышав тревожный сигнал, означающий переход на следующую станцию, спешат на помощь команде. Конечно, объединяет. Это делает как-то команда. Так, я все побежала. Помимо волшебного футбола на метлах, студенты смогли опробовать себя в качестве водителей и пассажиров ватрушечного такси. Оказалось, занятие совсем не из легких. Станция восьмая, тут, короче, надо на ватрушках перевозить свою команду. Из одного конца в другой. Это очень сложно. Отогреть замерзших студентов вызвались представители клуба «Исток», приготовив на костре традиционный старорусский взвар. Напиток из 30 ингредиентов не только согревает, но и бодрит. Также в поддержку участников со сцены прозвучали напутственные слова. Я вижу здесь сегодня много и дружных команд, веселых и дружных команд. На самом деле студенческие годы – это самое беззаботное время. Это пора новых знаний и новых друзей. Спортивно-развлекательные соревнования – финальная часть городского студенческого фестиваля. Организует его молодежный центр «Горком-35». Начиная с осени, студенты прошли интеллектуальные испытания, приняли участие в спортивных состязаниях, провели музыкальную вечеринку и многое другое. Сегодня команды учебных заведений встретились, чтобы в очередной раз сразиться на звание лучших. Это своеобразное такое командообразование, в том числе и для вузов. Еще стоит отметить, что с организаторами морозного зачета и теми ребятами, которые находятся на станции, это стали непосредственно сами студенты, которые учатся в их учебных заведениях. Каждую станцию оборудовали необходимым инвентарем. Так сплотиться команде студенческого совета ВГУ помогли 4 веревки, повязка на глаза и мешок с учебными принадлежностями. Света, иди вперед. Нам сюда. Стоп. На самом деле очень необычно и сплочает команду, когда ты можешь довериться своим ребяткам. Очень круто. На самом деле согрелись, сплотились, потанцевали, повеселились. Очень классно. Спортивные экзамены сдали все, а самыми быстрыми и ловкими оказались студенты Вологодского колледжа связи и информационных технологий, а также студенческий совет ВГУ. Баллы, набранные ребятами в этом состязании, будут начислены в общий рейтинг мероприятий городского студенческого фестиваля. Его итоги подведут в феврале. Айнур Жабагина, Михаил Протасов, Вологда РФ.